Pokemon Go. Вот именно. Да, вот именно. Вова! Вова! Мачамбет какой-то! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжим нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Всем здорово! Да, вы знаете, вы уже все знаете, что нужно делать. В первую очередь, перед просмотром, лепите огромный палец вверх. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, то я обещаю то, что выпущу новую, следующую, интереснейшую серию. Поэтому, в первую очередь, лайк. Во вторую подписка, описка, а в третью пойдем стреляться. Пошли, пошли. Йоу! Йоу, бум! Без F5, я напомню, без F5. Кто с F5, тот... кто, Игорь, тот кто? Мачмала. Мачмала, вот именно. А что это значит? Что, да. Ребят, пожалуйста, загуглите, напишите в комментарии, что означает мачмала. Не пишите. Не, лучше не надо. Если это мат, я это в принципе запикаю, и вы это не услышите. Мачмала. Кто? Не знаю. Я по стеклышкам стреляю. Дебилы, дебилы! Что вы делаете? А ну признавайтесь, пацаны, без F5, без F5. Откуда? Как ты через стенку меня убил? Нет, я тебя видел как. Я тоже тебя видел, как ты оббежал это все? Ну я вот так вот стал такой, оп такой. Ну ты этот самый, честно тебе скажу. Это вообще на самом деле странно. Это вот именно. Я стоял за ящиком, как ты меня убил? За ящиком, ящики, все ящики. Так, хорошо, хорошо. Давайте, а где Игорь, у меня такой вопрос? Я тут немного как бы это... Что-то я тут потерял. Дебила кусок, честное слово, Игорь. Окей. Игорь, там нельзя, если что. Там нельзя. Я не знаю, туда попал сам. Там нельзя, нельзя. Там нельзя, Игорь, нельзя. Нельзя, Игорь, ну вы не выезжай отсюда, взяй. Игорь, ты что делаешь? Это не по правилам. Что он делает? Что он делает? Это признавайтесь. Дебил, дебил. Это путь отхода. Я понял. Это путь отхода, Жека. О чем речь? О чем речь? Мы же сказали два раза путь отхода, о пути отхода речь. Пути отхода? Я не понимаю такого. Это как Мачмала? Мачмала. Махачкала. Кто с Махачкалы, пишите плюс в комментарии, да. Махачкала, дебил. Дебил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Ой, дебил! Ты такой дебил, конечно, Вася. Я и дебил? Дебил, понимаете, дебил. Понимаю, я видел Игоря, а потом как-то вот перестал. А потом перестал его видеть, вот именно. А как так, в принципе, я тоже согласен с этим. Шо он? Я такой стою, смотрю на него, думаю, убивать его. Чи нет? Иди сюда, иди пашку. Пацаны, второй раунд, там порешайте свои проблемы. Да. Вы лазите вообще? Вы... Да. Ну как бы, посмотри, кто на F5, тот кто, Игорь? Я не F5. Кто? Мачкала. Да? Нет, что-то новое, что-то новое надо. Махачкала. Да какая бы Махачкала. Это Шмонька. Шмонька. Рагуль. Тут Рагуль, да. Игорь, тут такая проблема. Какая проблема? Я не знаю. Что за проблемы? Ну как, в принципе, была какая-то проблема, была. И все. Нет проблемы. Была проблема, нет проблемы. Я понял. Я знал твою проблему, я видел. Я тоже знал твою проблему. Я тоже ее знал. Я ее знал, и потом такой. А я не знаю. Я порешал все проблемы, Жека, я порешал, не переживай. Ну почти все. Еще одна осталась проблема, Жека. Что? Где этот дебил? Ой. Где Жека? Да в жопе я, ну мать твою, ну.
У меня тут проблемы большие, все, я опять все проблемы порешал. Я, в принципе, мастер решать проблемы, если вы не знали. Я все порешал, буквально за секунд 40. Как мама твоя поживает. Хорошо. Идеально. Стреляет там, что-то стреляет, да не попадешь, не попадешь. Ты же вообще, ну вообще никак. Как ты делаешь? Хватит пугать! Жека, я как бы обиделся. Понимаешь? Да. Почему ты обиделся? На что? Да потому что ты дебил! Понимаешь? Понимаешь или не понимаешь? Я же дебил, я могу понимать. Ты ретард. Меня обзывают эти сады. Я не обзывал, когда я обзывал? Дебил меня обзывают. На правду не обижаются. Вот ты же опять меня позвал. Да не было такого. Ну скажи же ему, я же его не обзывал. Покемон Гоу. Вот именно. Да, вот именно. Вова! Вова! Мачамбек какой-то! Испортил всю атмосферу. Дебил, придурок, господи. Видишь, Жека, сейчас не я тебя обзываю, видишь? Ты это видишь? Мне должно тебя успокоить, да? Я не знаю. А где вы? Без F5, без F5, кто с F5, тот кто, Игорь? Ну, сейчас придумаю, подожди. Давай побыстрее. У меня нарезочка такая будет. Гулька, тот Гулька. Гулька, Шмонька и кто еще там? Мачкала, нет, Машмала. Что это было? Кто это стрелял? Шо почему ты не умираешь? Что за стрельба? Я не понимаю, почему ты умираешь? Ну хоть на третий раз. А, я думал, ты про меня горишь! У меня патроны кончились, это нечестно. Стоит там на своем кране такой. Кран ремонтировал. Жека сиська коня, он смотрит на F5, я все знаю. Ах ты, зараза! Все, называйте... Все, Ты в смысле не смотрел на F5? Спалили! Ладно, может не смотрел. Я за тобой буду следить, ты очень... Так, смотрел или не смотрел, Игорь? Да в смысле? Да вы... Я все под контролем. Кто на F5, тот вообще паршивец, я напомню это. На, сиська коня. За Неслежка, не переживай, так что. Эдисон, у меня нет патронов! Эдисон! А, нет, есть, подожди, перезаряжайся. Нет, у меня нет. Я не могу понять, где этот самый. Очень напряженная игра, я вам честно скажу. Очень напряженная игра. Прям таки да, прям. 1-1-1. Снайпер В2-0. В2-0. Ой, горю! Ты ретард, Игорь! Смотрю, кто-то в пипиське там стоит на самом верху. Типа не запалим, да, тебе? Дебил. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ты же дебил, что там за крики? Да! Где мать твою? А в 2-1-1 это как-то сложно все на самом деле, очень сложно все. Я вам честно скажу. Предлагаю устроить стрелку. Что? Что? Как ты меня увидел? Я в табличках стоял. Сейчас кто-то выиграет. А ты думаешь, типа, ты табличку полностью тебя загрожает. Знаешь, ты стоял прям как на подиуме каком-то. Ты типа так, твой пояс закрыт, и твои сисечки закрыты. Кто? Я не понял. Еще раз. Ты про врагового могу говорить, что он дебил. Скажи мне, пожалуйста.
Про себя, не знаю. Компаньон Эдисон. Уходи отсюда! Он тебе тоже курис наспавнил? Да он дебил, что ты хуй? У меня бомбардирует курицами. Чё он там делает? Он на меня куриц спавнит, они на меня летят. Фу-фу-фу, я обозрел на пробел здесь куриц. Ни хрена, я понимаю, честно, кто кого-то... Он на меня сбрасывает куриц, понимаешь? А, он на тебя сбрасывает. Да я не знаю вообще, где ты! И где он? Курион, я возле куриц как-то. Это замечательно, на самом деле. Видишь, курица, там где-то я, в куче. Да, там где-то ты. Хорошо, я буду сейчас заслежу. О, курица, это мой щит будет, а ну поспавни. О, корова. А, зашибись, нормально, нормально! Нормально. Игорь! Игорь, давай ты, всё, давай перемещайся к нему и спавни ему так же. Я уже надоел. Подожди, я кое-что придумал. Не надо. Где у нас тут дропер? Кого это? Если бы я еще нахрен видел, где эти коровы. Они не прогружаются, значит, ты просто легко. А, зашибись. А баночка такая небольшая получила. Что, ты меня зачем коров спалил? Да! Красная корова там торчала! Игорь! Ну что ты делаешь? Дисквалификация! Зовите другого ютубера, мы с ним не будем снимать, Игорь! В смысле, что я сделал? Все. Я человек-писькомен, мы не должны выгонять этого героя с этого города. Игорь, будь серьезный, пожалуйста. Я верю в то, что ты можешь что-то затащить эту всю игру. Камбэк, Израиль. Конечно. Камбэк, Израиль. Израиль, камбэк. Браза, браз! Да мать что вашу, да откуда нахрен? Не знаю. Я по курицам стреляю, скажи. Ну да, по курицам стреляет. Просто я дезморалил у Игоря. Он видит мертвую курицу, такой. Ааа, типа да, убили моего сына, мою дочку. И сестричку. Я могу взять из геймода патроны? У меня закончились патроны. Нет. Это против правил. Это против правил. Это против правил. Не, ну реально, у меня было изначально меньше. У тебя есть нож. У меня было 3 патрона. Юзай нож. За всю игру. Не, я серьезно говорю. Можно я возьму патроны? Нет. Ну бери, хорошо. Хорошо. Ну бери, давай. Мы тебе разрешим, хорошо. Так, давно не было нашей старой рубрики. Кто юзает F5, тот кто, Игорь? Тот куриная пись. То есть его нет. Куда? Во, вот я тоже согласен с этим. Хорошо. Что происходит? Я сейчас не вывожу. Огонь! Дождик, начался нас дождик, сиська попа. Кто? Супчик ты, Эдисон, вот это. А какой борщ? Ну, не знаю, какой-то горохлый, которого пердят еще, знаешь? Прикольно. Вот именно такой. Это ты. Спасибо. Не очень приятно. Я такой смотрю, он там бегает такой. Бегает, набегался. Дебил совсем. Не, мне интересно, что он, мать его, делает. Тактика у него за курицами прятаться. Курочка не знаю. А, то есть, Жека, что он там делает? Он себе наспавнил, да? Куриц сейчас типа за ними, да, стоит, чтобы его не убили. Прикольно он нахрен придумал. Ну шо? Ну. Мне кажется, что ты все равно умрешь, Игорь. Не факт. Мне кажется, все равно, знаешь, так. У меня тут небольшая проблемка была, которую я вроде исправил, но проблемка осталась. Проблемка, да. Небольшая такая проблемка у нас осталась. Какая проблемка? Ну небольшая проблема, тебе русским языком сказали, проблема была! Была проблема, которую я исправил, понимаешь? Аааа! Да! Знаешь, как это было, Эдисон? Ты сидел наверху, а он сидел и смотрел в это стекло. Он так просто сидел и так смотрел. А, типа через стекло нельзя, да, убить? Не знаю, через... Всю серию просидел, весь раунд сидел и говорил. Я с самого верха башни упал вниз, и у меня полсердечка осталось. Так тебе, Игорь, повезло. А, точнее, не повезло.
Все, я действительно победил. 3-2-1. В этот раз я прям немного даже обкакался, честно вам скажу. От Евгения нашего. Да ты что, Евгения, назадротил мне серию, да? Ну признайся, признайся. Всем спасибо за просмотр. Всем оставьте огромные пальцы вверх, как я уже вам сказал. Если набираем 25 тысяч лайков, то будет еще одна новая серия снайперов. Я прям вам обещаю. Я люблю животных. Все мы любим животных. Ставьте лайки, если любите животных. Ставьте лайки, если дома есть кошка, собака, бурундук, хомячок и игуана. Или папа с мамой. Или папа с мамой, да. Или хоть кто-то дома есть. Ну хоть кто-то, да, тараканы. Если вы дома, то ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.